Ну, а вот наш второй мальчик, у него это Акрасаби. Но у него один глазик еще не открылся пока. Вот. Лапки коротенькие, Лапки передние. короткие тоже, то есть он Манчкин. не совсем такие, как короткие у Манчкина, но и не как у Ну, стандартных котят. Вот, так что никак он не будет манчкин. очень красивым, как вот Маус-британец. У него голова, кстати, что у того котенка, что у этого, вот бакенбарды начали расти. То есть Ну, будет порядка 16-17 сантиметров. в холке будет, Да. от света отворачивается. Мамка 13 сантиметров. Да, тоже, тот котенок тоже мальчик, так что вот, на выбор либо Таби, либо Мокко. Стандарт манчкинов от 13 до 18 сантиметров. Это манчкин лонг, фенотип чинестенкс, то есть китайский танк. Вот такая плесь, отворачивается от света фонарик. Джо, тот уже полностью открыл глазки, а это у этого еще один пока закрыт. Такой распластался. Это Акрастаби называется.